Сегодня православные отмечают великий праздник – Благовещение. Говорят, в этот день работать нельзя. И все же Дмитрию Дмитриеву пришлось потрудиться, чтобы, согласно всем народным приметам, год получился удачным. В небо улетают десятки бумажных птиц. В старину так запускали живых жаворонков и куликов на удачу. Свою птицу счастья Андрей тоже делает из бумаги, старается изо всех сил. Нужно, чтобы получилось красиво и улетело высоко. Оригами. Это самый практичный подарок, ты делаешь своими руками, это приятно человеку. А какие ты делал уже, кому дарил? Ну, маме, к примеру, розу. О подарках сегодня совсем чуть-чуть. Так, лирическое отступление, навеянное весной. Говорят об истории праздника и о традициях, которые с ним связаны. В старину, чтобы люди показали свободу души, свободу выбора человека, они выпускали в этот день птичек из клеток. И еще для информации, Благовещение – это третья и уже финальная встреча весны. Считалось, что уж после него заморозков ждать не стоит. Наши предки в этот день не работали, они ходили в церковь. С утра две торжественные службы. В этом году праздник пришел на самую строгую неделю поста, поэтому для верующих никаких послаблений. Строгий пост не ослабляется, вот, рыба не разрешается, потому что все наше внимание уже к подготовлению, к духовному трезвению, к тому, чтобы нам встретить достойный праздник Пасхи. Кстати, о Пасхе. На Благовещении есть еще одна примета. Говорят, погода в Святое Воскресенье должна быть такой же, как сегодня. Дмитрий Дмитриев, Евгений Пуговкин для РТВ.